Море шумит грозной волной, чайка летит рядом со мной. Что ж вы, друзья, приуны? Привет, мы продолжаем проходить анабиоз. Остановились мы на том, что в воспоминаниях отобрали винтовку у какого-то психопата, который расстреливал своих, и прошли сюда. Здесь у нас был сварщик, которого мы благополучно убили. Давайте смотреть, что у нас дальше. Продолжаем раскрывать тайны. Так, ты что у нас тут шевелишься-то? Ага, вон там я проходил в прошлой серии. Хорошо, надеюсь, тут ничего не упадет. Опять флешбэк. Товарищ офицер? А? Я слушаю. Пришел ответ на ваш запрос из штаба. Уже? Так быстро? Конечно. Передадите капитану? Да, конечно, конечно. Подготовьте документы для... Интересно, что же за ответ пришел на его гнилой запрос, поганец, мерзавец. Так, ну здесь все оттаяло. Это хорошо. Двигаем дальше. А здесь холодно. И это плохо. Так, ладно. Припасем патроны для сварщика. Остальные так у нас неплохо мрут. Я бы сказал... Тихо. Я бы сказал, как мухи. Кто здесь ножики кругом кидал, а? Или какие-то штыри, это я не пойму. Что же делать? Куда же идти? Что у нас тут? Тут у нас ничего хорошего. Ладно. Так, это что такое? Не могу нажать? Видимо, нет. Это хорошо. Хотя, что хорошего? Было бы гораздо лучше, если бы я мог нажать, потому что я сейчас замерз в кедрине фени. О, кнопочка отогрева. Так, это там не сварщик? Что это там такое? Погреемся. Идем вперед. Что за вспышки? Я думаю, неумно будет это трогать. Так что обойдемся без этого. Так, как здесь снизу у нас с отогревом пошло? Хорошо, сейчас все отогреем. Но пока что я не понимаю, что нам тут делать. Так, ну оттуда я пришел. Бляха-муха. Не промахивайся мимо лестницы. Как это могло случиться? Блин, там замораживает. Сейчас я пока буду лезть туда, я, наверное, замерзю. Просто как зяблик. Давайте-ка мы погреемся и пойдем туда. Что ж нам еще остается? Я бы, конечно, хотел попробовать прострелить этот движок из винтовки. Но, честно говоря, мне очень жалко патронов, у меня их всего 4. Поэтому лучше помёрзнем. У меня, кстати, полоса вот этой выносливости стала, наконец, нормально тратиться. О, как холодно! Открывай! Чуть не задубил. Ладно, это не выход из положения. Дверь там замерзла намертво. Как-то ее надо отогреть. Ох, как холодно. Блин, что-то и не греет особо. Сейчас все задубеет, похоже, пока мы тут возимся. Да.
Это была бессмысленная трата патронов. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Только Беломорина лежит. Ой. Винтовочник, мать твою, у меня здоровья мало. Уйди. Ну все, мне хана. Блин, а. Что-то как-то без шансов было. Так, а что здоровье нормально не отогревается? Ну сейчас-то ладно, вроде хорошо. Так, выносливость восполним по полной. Возьмем винтовку. Подойдем. Случится взрыв. А, надо сначала запустить снизу. Я же довольно-таки давно сохранялся. Так, включим. Идем сюда. Топерича. Сохранимся. Пойдем сюда. Где там винтовочник? Его никак ничем не заколошматить. Да шо ж ты какое? О! Мать твою! Все, мне хана опять, мне хана. Да шо ж ты какой, сразу с распрыга стреляет. Да на тебе, скотина. Блять, да что ж стоит делать-то, а? Это начинает меня напрягать. Ну нечестно, сейчас сразу появлюсь и пулю. Вот. Да я не попал, что ли, по тебе? Ну слава богу. Сдох наконец. Что ж ты душный ты какой? Фу, доставил мне проблем. Надо сохраниться. Так, выключим. Хватит дуть. Все понятно. Теперь идем отогреваемся, хотя у меня, в принципе, в этот раз с теплом довольно-таки неплохо все. Че ж ты хромаешь-то так? Медленно ходит, к сожалению. Пойдет. Идем дальше. Открываем. Очередное. Замерзшее помещение. Да чему тут, собственно, удивляться? Это корабль замерзший. Как тут может быть не замерзшее помещение? Это, блин, каждый раз открываю для себя, понимаешь. Это что такое? А, это лампочка. Ну ладно, давай погреем. У меня такая, когда в школе учился, за письменным столом стояла. Так. Сразу к капитану? Да, вот только что получили ответ из штаба. Обожди с этим. Не время сейчас. Еще успеется, понял? Если есть что-то кроме этого, капитан в грузовом отсеке. Конечно, я все понимаю. Я как раз туда. Видать, хороший мужик. А тот, конечно, говно человек, как вы видели. Человек-говно. Так. Здесь я был снизу. И сверху во флешбеке. Мы тут пролазили. Оттуда по... Так. Сварщик. Ха-ха. Как давно не виделись. Я уж думал, с тобой что-то случилось. Я попал, нет? Не подходи ко мне. Не подошел. Один патрон. Обалденно. Так, я могу еще что-нибудь найти, нет? Здесь ничего, похоже, не лежит. Да, он оттуда снизу нас расстреливали. Теперь мы, возможно, сможем попасть в эту дверь. Потому что воспоминание, она была... Это, видимо, баг местный. Патронов нигде не видать.
Ну да ладно, пока возьмем топор. Что с одним патроном-то ходить, как я не знаю кто. И конец уровня у нас. Хорошо, мы продвинулись довольно-таки серьезно уже в игре. И это хорошо. Пока ж непонятно, что стало причиной всей этой мистики, творящейся на корабле. Но, по крайней мере, понятно, что в команде у нас был... Не у нас, вернее, а у экипажа корабля засланный казачок. И это ладно. Я думаю, в итоге ему все равно воздалось по заслугам. Так, где мы? Здесь, надо сказать, довольно-таки тепло. Здесь у нас что? Непонятно. Чувствую, случилось-то. Давай-ка мы вернемся, сходим к тебе. Интересно, а каким образом действует автоматика дверей, что они сами закрываются? Я, конечно, понимаю, что это все, чтобы не напрягать оперативу, но тем не менее. Что у тебя такое тут? Осколки стекла. Охренеть. Сейчас, подожди, браток. Что это такое там? Ну ладно, давай посмотрим, что с тобой случилось. В мозги, в мозги! Так, тихо. Спрячемся за кресло. А, все, что и надо было нам. Просто спрятаться за креслом. Это было логично. Капец, стекло вынесло. Так, что это такое? Выглядит, я бы сказал, довольно липовато. Но это водомет. Чем-то напоминает пушку из Зова Ктулху. Тоже раскручивается. Сейчас испробуем. Запишемся сначала. Сейчас посмотрим. Водомет. Какой-то, блин, странный, надо сказать, водомет. А ты не водометом ли стреляли сюда? Кстати говоря, я чуть не успел разглядеть. Лампочка. Погреться нельзя. Ну, в принципе, не так, что ты холодно. Здесь все тает. Еще один флешбэк. Ты, видимо, упал у нас откуда-то сверху. Не вздумай лезть наверх! Я предупреждаю! Стой! Спускайся! Я... Да. Беда. Того ошпарило, обварило. На этого расстрелял. Давайте это исправим. Расстрелял солдат. Не вздумай лезть наверх. Я предупреждаю. Стой! Спускайся! Я... Чоп! А что делать? Что делать? Да, это эпик фейл. Я даже не помню, что тут делать. Повторим. Надо вентиль перекрыть, похоже, вот этот. Не вздумай лезть наверх. Только я чем? Предупреждаю. Стой. Спускайся. Я... Чоп. Блин, да не вижу я тут, что можно было бы использовать. Блин, блинский. Что ж такое? Хоть одну подсказку. Не вздумай лезть наверх. Не лезь наверх. Я не лезь. Не лезь, погибнешь. Стой. Спускайся. Я... Чоп. Да блин, ну опять, ну.
Непонятно. А, простите меня за этот затык, ребята, но я, честно говоря, не знаю, что тут делать. Придется вам потерпеть. Тем отличается летсплей от прохождений, что я познаю игру вместе с вами. Ну... А, понял, все. Ха-ха. Все было просто, ларчик просто открывался. Давай, полезли. Давай. Не вздумай лезть наверх. Я предупреждаю. Стой! Спускайся. Я... Чап. А что теперь? А, мне еще один нужен. Спускайся. Я сказал, спускайся вниз. Ну давай, берись. Он уже все слез с трубы. Не высовываться! Так, по этой лестнице. Спокойно. И чё? Ну, по крайней мере, все выжили. Это было довольно-таки очевидно. Простите, что я тупил. Ну что ж поделаешь? Временами я туплю. Такой уж я человек. Так. Все мы люди, все мы человеки. Так, ну что? Мне, я думаю, тут встретится кто-то позлее этого солдатика. Предупреждать меня не будет. Ну где враг? Давай, вылезай. Ну? Нет никого? Ну ладно. Что такое? Что я нажал? Идем дальше. Сохранимся, конечно же. Потому что по-новому неохота мне все это делать. Так, ну что, лестница вниз, как бы наверх. Здесь больше делать-то и нечего. Только спускаться по лестнице. Очередной флешбэк. Здесь, похоже, шла мясорубка. Так, ну снать. О, блин, как тут. Что-то я не понимаю, как это могло случиться. Да, хардкор, хардкор. Ничего не попишешь. Что-то в этой серии у меня куча смертей. Просто я не знаю. Беда какая-то. Ну давай, ну, грузись быстрее. Так, похоже, надо. Быстро. А там коротит. Я не смогу отогреться. А, задачка. Давай по-быстрому. Давай, 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 давай. А, я же меня током шарахнул, видимо, да? В мозги, в мозги. Давай, 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 давай. Так, тут все так же коротит. Может открыть? А, как же мне выбраться из этого затруднительного положения, я бы сказал. А, ну, короче говоря, он полез, видимо, в воду, его шарахнуло, и он помер. А что же делать мне? Сейчас будем придумывать. А, тут открыто. Блин, да что ж я туплю. Я просто по привычке, тут у меня все завалено было. Эй, откройся. Вот я и подумал, что я сюда не пройду. А в воспоминаниях-то все по-другому. Так, здесь есть отключение электроэнергии? Пока что не видать. Матрас. Хорошо. Это многое меняет. Теперь мне, видимо, надо идти назад. А можно и вот так вот. А я допрыгну? Нет, интересно вообще. Ой-ой-ой-ой-ой, куда я иду? Что я делаю? Блин, интересно, пол не под напряжение. Давайте попробуем.
Че, меня шарахнуло или я сделал? Успех! Да, я отключил. А, нет, не надо! Хотя нет, надо. Как же не надо-то? Теперь у нас есть матрас. Матрас. По нему мы дотянемся, до этой кнопки нет. Лифт приехал. Давай, давай. Ох, хорошо. Прыгаем наверх. И все, мы в лифте. Ненавижу лифты, кстати, в хоррор-играх. У них постоянно случается какое-то говно. Вспомним ту же Амнезию или Фир. Или Зов Ктулху, где я там раздавил это. Субстанция. Пока что меня радует то, что здесь кругом очень тепло. Не нужно думать о морозе. А здесь уже довольно-таки холодно. И я предчувствую скорую встречу с врагом. Ёлки, чё за царапина? И деревья, освещенные холодным огнем молнии, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы. Так, я замерзаю. Пока слушаем, надо вернуться. Сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. Вернемся да погреемся. А то что-то это все плохо пахнет, а тут погреться-то негде. Ну да ладно. Сейчас мы сохранимся. И закончим на этом эту серию. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.